По местам занятий. Бегом! Марш! Постепенно, переходя от простого к сложному, воин-десантник может добиться высокой степени физической подготовки. Возможности хорошо тренированного человеческого тела почти безграничны. Легкость и даже лихость исполнения сложных упражнений – результат упорных и настойчивых тренировок. Достигается не только физический, но и эстетический эффект, как результат гармонии безупречно работающих мышц. Все это доступно каждому десантнику. Но ему нужна не только ловкость и смелость, а и сила. Поэтому в общей программе подготовки существенное место занимают упражнения с тяжестями. В процессе комплексного урока значительная часть времени отводится обучению специальным боевым приемам. Занятие проводится в соответственно оборудованном классе. Точность, быстроту и силу ударов тренируют на станках, силуэтах, мешках, манекенах. После приобретения первичных навыков нападения в одиночку, приступают к совершенствованию приемов сочетания с защитой в парах. Залогом успешного освоения техники боевых приемов является методически правильно построенный урок. Основа его — личный показ. Приемам защиты от вооруженного противника и его обезоруживанию должно уделяться большое внимание. Только высокая техника исполнения приемов на учебных занятиях гарантирует успех в реальной схватке. Физическая подготовка сочетается с различными элементами психологического воздействия на обучаемых.
После овладения основными боевыми приемами даются задания индивидуального характера. Они помогают раскрыть в схватках с партнером те личные качества, которыми обладает каждый обучаемый. Партнер, одетый в электрифицированный костюм, может лишь защищаться, а нападающий должен наносить наиболее целесообразные с его точки зрения удары. Хорошо усвоенные боевые приемы – это грозное оружие в рукопашной схватке с врагом. Однако применять их нужно только в реальной боевой обстановке. Соревновательный момент в конце каждого комплексного урока дает возможность увидеть и оценить достигнутые результаты. Третья завершающая форма физической подготовки десантника – психологическая и физическая проверка его готовности встретиться лицом к лицу с противником. Военному делу настоящим образом значит быть в мирной учебе, как на войне. Воин-десантник, хорошо обученный и закаленный трудностями повседневной боевой подготовки и учебы, способен решить сложные боевые задачи в любой обстановке. Thank you.